Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы запускаем наш новый проект, который называется ⁇ Судьба и карма ⁇ И, конечно, очень хочется начать с того, чтобы дать вам пояснение, а что такое судьба и что такое карма? Мои коллеги и просто исследователи в области эзотерики очень часто говорят нам о том, что это абсолютно одинаковые понятия. Даже не понимая, что в русском языке в принципе не существует синонимов, и нужно очень четко и осознанно подходить к этим двум абсолютно различным и фундаментальным понятиям в области эзотерики. Именно поэтому мы и решили создать этот проект, в ходе которого мы будем раскрывать не только понятие судьбы и кармы как общефилософское понятие, но и самое главное, я буду вам очень подробно рассказывать об ошибках прошлого воплощения, а также о мнимых психологических дефектах. Мы будем с вами путешествовать по слоям кармы и по слоям судьбы. Будем разбираться в очень многих интересных и самое главное, очень полезных для вас понятиях, которые связаны непосредственно с этими двумя объектами эзотерики: судьба и карма. Но все-таки давайте начнем с самого простого: что такое судьба? И почему она так сильно отличается от кармы. Начнем с того, что судьба ⁇ это выбор самого человека. Это ни в коем случае не его наказание, хотя, конечно, слово ⁇ судьба ⁇ происходит от двух слов ⁇ суд ⁇,⁇ бога. Но здесь немножко другая история. Так же, как родители, дающие вам задание, а вы соглашаетесь с ними. Потом, если вы его не выполняете или делаете его не совсем корректно, родители вас наказывают. Это нормально. То же самое и с Богом. Ну, это условное, конечно, понятие. Судьба наказывает ровно настолько, насколько вы ошиблись. Судьба это ваш выбор. Он предполагается и выбирается, исходя из того, кем вы хотите стать в этой жизни. То есть в прошлом воплощении вы покинули ваше физическое тело. Вы исследовали очень глубоко и подробно все то, что вы натворили в прошлом, и наоборот, какими достижениями вы можете гордиться вашим прошлым воплощением. Но сейчас перед вами стоит другая задача. Некие высшие силы, создатели матрицы, задают вам вопрос, кем вы хотите стать. Вы говорите, я хочу стать ученым, я хочу стать учителем, я хочу быть обычным человеком, я хочу рожать детей или наоборот, я не хочу заниматься семейной жизнью, я хочу быть миллионером или еще лучше миллиардером но это всего лишь ваша задача. То есть это планка, которую вы ставите перед матрицей. А дальше сама матрица выбирает, какой конкретно путь она готова вам предложить. И вот здесь уже идет совместная работа. Матрица говорит, что в судьбе существует четыре основных элемента. Это ваш день рождения, ваш месяц рождения, год рождения и, конечно же, ваша социальная задача. Все это уже ранее описывалось мною в видеороликах. Если вам нужны подробные комментарии, оставляйте, пожалуйста, ваши ответы и ваши вопросы на наших социальных страницах. И тогда я запишу еще раз подробно, как это все рассчитать. Итак, что же такое день рождения человека? В первую очередь это его характер. То есть судьба понимает, что если дать ему ту или иную задачу, если согласиться с его выбором, то как и каким образом он будет достигать эту задачу, какие черты характера, какие инструменты, какие внутренние посылы необходимо дать человеку, как по, по сути действительно инструмент для того, чтобы достигнуть этой цели. Но чтобы характер можно было закрепить и проверить, необходимо самое главное. Детство. Именно в детстве мы учимся реагировать и взаимодействовать с нашим миром и даже с этой вселенной. Поэтому детство так важно. Поэтому детство имеет очень продолжительный цикл. Он называется первый метацикл. И наши студенты умеют его считать. Как правило, это длится от 27 до 30, 35, у некоторых даже 40-45 это максимум лет. Представляете, детство длится 45 лет у некоторых людей. Так вот, во время этого периода вы закрепляете ваш характер. Характер ⁇ это ваш стержень. Поэтому, безусловно, ставятся определенные задачи, и в случае их невыполнения вы получаете определенные удары. Об этом мы тоже поговорим в цикле этих лекций. Дорогие друзья, хотим представить вам новый сайт с расписанием, который стал проще и удобней. Для того, чтобы записаться на любой семинар нашего центра, нужно зайти на сайт alvasar.ru в разделе «Обучение» выбрать расписание. На этой странице вы выбираете страну, город и лектора, а также интересующий вас предмет. После нажатия кнопки «Отправить» вы сможете ознакомиться с полным списком интересующих вас семинаров. Жмем на кнопку «Записаться», вводим необходимые личные данные и отправляем заявку. Ссылка в описании. Но что касается месяца, месяц отвечает за вашу связь с родом. Вас бы не было бы на планете Земля, если бы не ваши предки, если бы не их достижения. И они, конечно же, согласовывая с вами, ставят перед вами также задачи. Более того, то в какую семью вы рождаетесь. Я имею в виду стиль управления в этой семье, характер воспитательных процессов в этой семье, взаимодействие с вашими родственниками, мамой и папой, программа, которая связана непосредственно с тем, насколько вы глубоко и контактируете с ними и понимаете их, все это прошито вашим месяцем рождения. А совместное сочетание дня и месяца рождения дает как раз то, именно почему вы пришли в эту семью. Это тоже ваша судьба. И, конечно же, год рождения. Год рождения это не только ваш суть, то есть то, к чему вы идете, итог вашей жизни. В первую очередь, год рождения отвечает за то, как вы будете взаимодействовать со той средой, в которую вы пришли. Где среда это ваша отчизна, ваша родина, ваша страна, в которой вы родились. Если вы будете грамотно и правильно подходить к ней, если вы будете ее почитать и уважать, и самое важное, вы будете прославлять вашу страну именно э, в хорошем смысле, да, не в плохом, то, конечно же, судьба подарит вам очень много положительных аспектов. Если же нет, ГТ вас может ударить. Так вот, сочетание и путешествие по вашей жизни от ДТ, МТ к ГТ и есть ваш путь по судьбе. Он может быть положительным, а может быть отрицательным. И это тоже зависит от вашего выбора. То есть судьба – это всего лишь то, к чему вы хотели прийти в вашем прошлом воплощении, ставя перед собой задачу на будущее. И самое главное, каким образом. Это и есть ваш путь, очертанный определенными метациклами. Взаимодействие с ДТ, МТ и ГТ гарантирует вам успех в жизни, но если вы будете уже при выбранном пути противоречить ему, идти в противоположную сторону, то, конечно же, все эти знаки обернутся против вас. Но хочу отметить, что ДТ и МТ – это природная характеристика. День и месяц рождения – это то, по каким циклам живет наша природа. То есть, по сути, благодаря этой дате рождения мы взаимодействуем не только со своим характером, со своим родом и со своей отчизной, мы взаимодействуем с природой. По этим же циклам, еще раз повторюсь, живет природа. Если мы нарушаем законы программные, то мы получаем удары. Если природа не выполняет своих задач, она тоже получает удары. Сегодняшние катаклизмы связаны непосредственно с разрушением материков, оледенениями, наоборот, засухами. Огромное количество совершенно удивительных аномальных историй. Более того, в Англии совсем недавно было принято решение о том, чтобы в последующем, то есть по сути с сегодняшнего июня 2019 года, любые комментарии о природе называть не просто катаклизмами. О глобальными катаклизмами. То есть это сбой в системе всей природы, природных ресурсов. Это тоже программа судьбы. Если мы не отчитываемся перед нашей отчизной, если мы не выполняем своих задач перед нашей планетой, планета начинает гибнуть. И это наша вина. Поэтому наша задача выполнять свое предназначение. Что касается СЗ, это сумма ДТ плюс МТ плюс ГТ, то это наша путь и итог и даже цель это по сути самая главная цель нашей жизни если мы не будем ее выполнять то вся программа судьбы полетит как говорится очень далеко поэтому наша задача хорошо понимать наше предназначение в жизни и выполнять его в нужном контексте более того наше СЗ Отвечает за наше взаимодействие с другими людьми. Это наши точки соприкосновения. Поэтому судьба также в том числе отвечает и за то, каким образом будут складываться мои взаимоотношения с тем или иным человеком и его со мной. Более того, как будут складываться мои отношения с различными государствами, наименованиями, ну и, конечно же, юридическими лицами. То есть СЗ это основное, это ядро взаимодействия с миром, с людьми из природы. Это самая важная часть вашей программы судьбы. Но выполнение программы судьбы, несмотря на то, что она дает вам большие перспективы в жизни, она не гарантирует вам славу, успех, почет, признание. Это всего лишь то, ради чего вы пришли в этот мир. Поэтому судьба, повторюсь еще раз, это ваш выбор. Она не связана с вашей кармой, она не является вашей кармой, и она не провоцирует вашу карму. Судьба – это всего лишь ваш план на жизнь, который вы берете себе. И чтобы его не забыть, вам его впечатывают в вашу дату рождения. Если вас что-то не устраивает в вашей судьбе, обвиняйте себя. Если судьба идет не по вашему плану, обвиняйте себя. Поэтому судьба – это всего лишь маленький, но очень важный инструмент познании самого себя. Судьба раскрывает ваш характер, взаимоотношения с близкими, с вашим родом, с вашей отчизной и с природой в целом. Ни в коем случае никогда не вешайте на судьбу то, что к ней не имеет отношения. Я имею в виду ваше прошлое воплощение. Судьба выбирается в секунду вашего зачатия. Ни до, ни после. В секунду вашего зачатия вы программируете свою жизнь. Поэтому карма, которую очень многие называют судьбу, называют кармой, никакого отношения к судьбе не имеет. И еще раз, и еще раз буду повторять, судьба не является кармой. Дата рождения не является кармой. Дата рождения ⁇ это ваша судьба. Да. Если применить определенный математический аппарат, то вы можете из судьбы перейти в карму, но в данной ситуации все-таки день, месяц и год рождения – это в первую очередь ваша судьба. Итак, мы рассмотрели в этом ролике то, что называется судьбой. Как я уже сказала, судьба – это ваш выбор – и если она вас не устраивает, значит вас не устраивает вы сами. Будьте очень аккуратны в формировках и в трактовках, будьте очень бдительны к тому, что произносите, потому что судьба не прощает вам неправильных или некорректных суждений. Когда вы даете консультацию по судьбе, учитывайте, что ошибка может стоить вам уже больших проблем с вашей собственной программой по судьбе. В рамках этого цикла я расскажу вам о том, что такое судьба более подробно, уже математически. Мы разберем ее более подробно и еще точнее в нашей будущей книге, которую мы надеемся выпустить в сентябре 2019 года. Ну а пока я с вами прощаюсь и очень надеюсь, что этот цикл поможет вам глубоко разобраться с понятием судьбы и кармы. До новых встреч!